В Казахстане продолжают обсуждать языковую реформу. Тема перехода на латиницу стала ключевой на встрече, которую организовали представители регионального филиала Коммунистической народной партии страны. За круглым столом они говорили о роли культуры в формировании личности. Участники встречи считают, новый алфавит более функционален в правописании и фонетике и быстрее запоминается. Наша партия поддерживает данный переход, это однозначно. И мы считаем, что тогда Казахстан будет более мобилен в самых разных, скажем так, своих свершениях, а самое главное, что казахстанцы будут более конкурентоспособны. Мы просто говорили о том, как это видит каждый, с разных точек зрения. Педагоги говорили о том, что это принесет, какую пользу непосредственно, значит, на уроках. Вот представители ученого мира говорили о том, как это с точки зрения науки будет преломляться. Вот. Общественные деятели говорили о том, что на самом деле это очень важно, и если казахский язык на латинской графике, то каждый казахстанец будет быстрее адаптироваться в мировом пространстве, просто даже выезжая за рубеж.